гуляю по Ленинскому району, город Челябинск. Здесь вот в основном такие двухэтажные домики. Недавно их подкрасили, раскрасили. Но внутри все такой же, я думаю, бардак и разлом. В плане труб, там электричества и прочего. Вон ДК, ЧЗМК. Вот она проходная. ЧЗМК. Температура воздуха 12 градусов минуса. Сейчас сниму вот памятник Серго Орджоникидзе и поеду домой. Это я с утра тут по делам здесь оказался и уже немножко подмерз. Фура закрыла. Ну, вот они. Вот такие вот домики. В основном. Он сам. Серго. А видно, что ему сюда ходят цветы. Цепи, порчик, такой вот сверло.